Ой, 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 ой. Чё? А я это засмотрелась. Ой, там какие-то предупреждающие знаки в кабине. Что-то там человек на стуле какой-то. Типа не сидеть на стуле. Где? В тракторе. Типа читать инструкцию, понятно. Чтобы попа не подгорала. Так и выглядит вообще, да. О, сзади этот выход есть. Прикольненько смотреть так-то сзади, как идет работа. Что-то мы с тобой вообще поднялись. Так потому что у меня угол-то меньше. Катя нас сейчас загонит, если она начнет нормально ехать. В смысле, я не нормально что ли еду? Вот сейчас следующий поворот, я перегоню. Давай перегоняй. Подрезай его. Катюха, едь! Ну я чё? А ты остановилась. А я случайно на вы нажала. Ой! Да, на вы нельзя нажимать. Вот. Нет, круиз-контроль не на В, убирается этот... Плуг. Как умотает. Нет. А, на W. На В... Визитёры, которые, да. Визитёры? Ну, что смотрела? Их полностью посмотрела? По-моему, нет. Ну, либо В Вендетта, чё уж тут. И то, и другое подходит. А ты Вендетту-то смотрела? Вендетту нет. Виктора смотрела, мне потом мама лавочку обрезала, сказала, что ты какую-то херню смотришь? Иди учись! Нанесло! Так, я затормозила едь. Я от первого лица еду. А, в смысле от первого из кабины? Да. Я тоже. Блин, мы так хорошо шли. Задние зеркала, в принципе, прикольно показывают. Но у меня сзади нихера не показывают. У меня там все мыльное. А-а-а. Я как раз и хотела, чтобы из кабины как бы смотреть, чтобы было видно, я там не пропускаю ничего. Надо потом было. Если бы их еще можно подвигать немножко вообще. Мне кажется, их можно это двигать, может быть, на нормальных тракторах. Ну, типа, которые подороже. Ты чё меня так близко догоняешь? А я не знаю, что у меня как-то резко поехал. Ну, то я смотрю, ты больно близко ко мне подобралась. А ты потому что ехала чуть подальше. И я, получается, ехала, ты срезала этот, и ты там эти крокозябры убирала. И когда вот ты поехала, мы с тобой, считай, почти уже поцеловались тракторами. А этот едет, молчит, даже хоть не оставляет. Ну, во-первых, я ходил за тортиком. За каким тортиком? Который у меня... Ой, вот сейчас, да, я промазал, я не смотрел на экран. Тоже, что ли, за тортик? Ты ездишь, тебе нельзя. А Снежанка-то пришла, нет? Нет.
Тебе нельзя за тортом ходить, ты за рулем. А ты не за рулем? Мне до холодильника дойти меньше, чем тебе. Да с чего ты взял? Я, может, на кухне играю. И где ты играешь? Не на кухне. Катюха, мне дальше дойти до холодильника, чем ему? У него стенки нету. Понимаешь? Интересно. У него, можно сказать, студия сейчас. Стенка раньше была, но он снес ее. Зачем ты снес стенку? Чтобы студия была. А так, типа, была, получается, двушка? Однушка. Однушка. Комната и кухня, типа. Я не пристегнута, езу. А у меня тела нет. Ой, да ладно, это не такие же большие проблемы. Ну да, нет тела, нет дела. Да. Именно так. Ну, хоть сколько процентов-то? 30 было, когда мы там ехали. 45. Ну, о, я вовремя вернулась. У меня есть интересное предложение, чтобы взять 11 участок. Но мы же все равно недалеко. А, сделать? Да. Ну, просто переехать дорогу, да? Не, даже, может, дорогу не переехать. Поле просто переехать. А там вроде тропинка или что-то того. О, а я через эту тропинку проехал же нормально. Зажигательная песня получилась какая-то. У меня тут как будто бы Шакира поет. Вака-вака-вака. Ну типа такая. Наподобие. Вот там даже время пишется в машине. Какое время? Игровое. Ну, сколько сейчас игровое? А что, у вас справа наверху нету, что ли, времени? Есть. Мы просто в кабине сидим. Ой. Это не то. Как быстро лето кончилось, уже август, оказывается. Вообще. Как защитилась? Кто? Август все-таки. А, я на пятерку защитилась так же, как и ты. А, это хорошо. Мы умницы. Поэтому работаете на ферме, да? С трактористами. Мы купим себе по лошади, чтобы отметить это. Мне интересно, на лошади можно ездить? Да, их надо выгуливать. О, супер. Класс. Значит, в горы поедем. Да, устроим конный тур. Гонки на выживание. А, на них можно еще летать. На лошадях? Да. Надо просто как-то правильно на них залезть и друг друга войти. И ты улетишь. Ты это... Еще на палетах можно летать. Пустых. И не пустых. Ты как в Скайриме летать на ведре, я так понимаю. Что еще так можно? Вертолет, ну, по-моему, он другой. Тут вертолетов нету. По крайней мере, в магазине не было. А, мы уже почти на середине. Ну, у нас по углам вообще трэш. Мне кажется, придется потом все равно какой-то угол зачерпать.
Может быть. Ну, я немножечко почистила. Ай. Чё там опять? Ешь? На этот раз. Да я не посмотрел на экран и уехал чуть-чуть. Чуть-чуть? Угу. Не, ну сейчас я просто тут выровняю все. Расплавится. 70% сделали. Я прям за тобой иду. Ну я вижу. Опасно близко. Если тормозить будешь, говори. Ага. А то я не успею затормозить. Штраф платить мне. За что? За ДТП. А ты чё у нас? ДПСник? Ты мою курточку видела? Нет. Я как настоящий шериф. Пошли постреляем. Мы уже стреляли сегодня. Из воздушки, а то он, видишь, на чужом поле работает. Вообще-то на вашем. Это не наше. Я работаю там же, где и вы. Ничего не знаю. Мы поймали с поличным. Да не, выполнит 100%. Без углов имеешь в виду? Да. Опять пошел. Куда? За чаем, наверное. Зачем? Нормально все там было, не надо тут говорить, что нет. Я торт сходил от него. И там все ровно было. Я посмотрел, когда уезжал. 80% да выполнится.
90. Это что такое тут опять ездит? Я догнал уже кого-то. А, тут поворотники еще включаются нормально хотя бы. Не знаю, у меня всегда левый поворотник работает. Да, кто меня подрезает? А, ну да, у тебя все время левый поворотник работает. Что ты сделал с левым поворотником? Я не знаю. Сломался поворотник левый. Ремонт давай. Так какой мне трактор подсунули, такой и есть. Это самый первый купленный, что ты хочешь? Сама ты подрезаешь. Она остановилась, я уже не могла ничего сделать. Остановиться, например. Я не могла. У меня неуправляемая машина, она восстала. Кто тут поперек поля проехал? Не знаю. Не знаю таких. Сейчас я его подрежу, то ли? Тоже. Вот тебе. Мне пофиг. Все, ты никуда не уедешь. Все, езжай. Я тебя отпускаю. Ты что тут у меня? Это что за запасы? Это вот он, нарушитель, уезжает. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее нам было захватить. Нарушитель не уезжает. Я сейчас его на этот, на перехват. Нифига, подал. А, всё, поднял поднимаем. Этот. Всё, так... поле завершено. Всё, пока. Опа. 3-1. А, уже всё взял? А, взял уже он? Именно. Чё, думаете, так сложно взять, что ли? Мне главное удрать от вас и все. А Ники через стены видно? Да. Блин. Самое главное в зоне быть. А, значит, у меня есть шанс от вас уехать. Ну вот сейчас я не вижу твой ник. Ну, потому что я на другом конце... А, тут вообще мало. Значит, можно в прятки поиграть. Карте-то мы тебя увидим. А если карту убрать? Я от него так в этом подсолнечнике спряталась. Это потому что у меня ника не было. А я-то его видела. Ник. И карту тоже не выключила. Мы два поля сделали. За 4 тысячи в сумме. За 10. За 10. Ого, 318 вам. Кстати, нам за то поле не дали деньги, походу. Вот именно. А, все. Я тоже понял, да. Все, деньги есть. Я пришел, денег нет. Хорошо, что пришел. А то мы работаем без денег. За еду. Даже не за еду. Ой, это нажал.
От первого лица оно кажется каким-то меньше. Оля? Да. Чем от третьего. Так, поле обзора, потому что другое. Физику проходила? Нет. А, ну да, ты химик. Вообще-то у нас по физике 5. При этом вы физику не проходите. У нас своя физика особенная. И чем она отличается от настоящей? Она построена на догадках, теориях и заблуждениях. Загадка дыры. Космический спиртопровод. Алкоголь вреден. Для здоровья. Вреден или для здоровья? Ну смотри, ты сейчас тортик ел? Ел. Допустим. А в тортах чаще всего используют коньяк в качестве этого пропитки для коржей. Ну начнем с того, что дрожжи, которые поднимают торт, тоже выделяют спирт. Да. И при этом вы тоже едите торт, каждая из вас. И его не каждый день едим. И у каждой есть в холодильнике, он хранится. У тебя не в холодильнике, да? Или все-таки в лес? У меня? Да. В лес. Там была эта тетрисная магия. Либо холодильник такой маленький, либо еды много. У меня маленький холодильник, он у меня как тумбочка, например. Тогда еды там много. Еды много, да. Надо съесть. Блин, вот надо, да, реально пойти и поесть. Пора уже. Я кушать хочу. Все. Это последний контракт. Могли бы пригласить поесть. Кого? Куда? Ну, холодильник опустошить. У тебя свой холодильник большой. Еще и большой. Вообще, двухметровый, представляешь? И блин, морозилька большая, и этот, сам холодильник большой. А жрать там нечего. Ну вы ж не приходите, не едите. Так было бы что есть, что мышей твоих повешенных-то оттуда выковыривать. Там мышей-то нету. Вот именно, там мышей нету. Даже запасов на черный день нету. Ну, в морозильнике-то есть. Один пельмень? Нет, мышка. Вот лёжа поиграю. Мне кажется, я тебя догоняю. Если ты по внутреннему кругу едешь, то да. Внутренний круг всегда будет догонять. Мне кажется, у нас каждое поле все лучше и лучше получается. Опыт не пропьешь. Его только заесть можно. Пойдемте есть. Сейчас доделаем. Потому что кто не работает, тот не ест. Надо же отработать смену-то свою. Так в итоге выходит реальная смена. Так раз к 8 закончим. У меня рабочий день заканчивается через... Надо посчитать. Математика. 24 минуты. Поторапливайся, что я тебе могу сказать? Сверхурочно я не работаю. Так что дальше сами. Какой там рабочий день до часа? Ой, до 11. Марина. Она вообще безработная. Вот поэтому работаю до конца.
Пока не сделаю. Все, припахали лошадку. А смотрите, как мы то поле вычистили. Ни одной соринки нету. А после кнопки собрать деньги, да, так и будет. Почаще нажимать эту кнопку. А, я твой ник теперь вижу. Ну догнала, значит. У тебя осталось 11 минут, давай быстрее. Только. Вот именно, быстрее шевелись. Давай, лошадка, работай, работай, работай. Ты Марину что-то догнала? Или она тебя? Она меня. А меня почему догнать не можете? Так ты же сбежала. Так правильно, мы меня сами начали обижать, если сказали ловите его. Мы бежать? Да. Не знаю, так